частенько, когда делал какие-то решения, я все делал очень поспешно и импульсивно. А сейчас я, основываясь на то, что я уже повторюсь в пятый раз, но не перестану, что меня это удивляет, сам процесс и само упражнение великолепно. 4 секунды, я просто 4 секунды как бы стою, не стою как странно, да, а просто дышу, закрываю глаза, открываю вновь, как будто прямо что-то новое опять открывается, я по другим углом все вижу. И вот, например, если взять какую-то ситуацию, вот это было на второй неделе, после того, как я узнала это упражнение, я сидел в школе на истории, вот, и меня что-то бесил человек сзади меня, сидящий, имени уточняется, вот, он меня прям конкретно бесил, меня отвлекал, а я очень люблю истории, я как-то не хотел, чтобы меня отвлекал. Мне хотелось в этот момент просто встать и ему врезать, вот честно, вот такое было состояние дикое. А я еще потом вышел отвечать на языки, я весь так пыхтел, как паровоз. Мне еще учитель шутку сказал, ты смотри, не умчись туда куда-нибудь, на север Москвы. Я говорю, хорошо, постараюсь. И в этот момент я 4 секунды про себя подумал, а нужно ли мне сейчас вот это состояние? Я же не должен как бы делиться таким состоянием негативным с другими людьми. Надо наоборот, только положительные эмоции, да, чтобы как-то... не зависит от этой ситуации, как бы создавай свою ситуацию.